Точность, терпение и внимание к деталям – то, что необходимо для создания гравюры. Как работает мастер, узнали жители Химок на встрече с художником Александром Ветровым в галерее Горшина. Гравюра лаконична, при этом все продумано до мельчайших деталей. В этом искусстве существует множество различных техник, например, сухая игла. Мы берем доску, полируем, обезжириваем, покрываем твердым лаком и иглой. Иглой, кстати, вот руками касаться нельзя, потому что жирный должен попадать. Специально такая дощечка, мы всегда вот так вот кладем и гравируем. Посетить подобные мастер-классы можете и вы. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости» в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event.admhimki.ru.